А это все не для меня, это все для вас. Специально приехали в пустыню. Показать вам видео, что здесь происходит. А сами жарко. Воды бы глоток. Так воды, стакан воды никто не поднесет. Приходится самому пить. Это была шутка. И стакан воды, и кусок мяса. Такое, что я и шмат сыра, и бутылек сока, и ведро маслин. Все подойдут. И скажут: кушайте, мистер, сэр, здоровья, приятного аппетита. А вам приятного просмотра, дорогие друзья. Ты остановился в хорошем месте, знаешь. Food Square. Я знаю, где останавливался. Площадь пожрать, где можно пожрать. Площадь еды, вон, что ли? Вон, где девушка зазывается. Блондинка. Блондинка? Зовет тебе покушать. Ясно. Площадь еды. Дорогие друзья. В Дубае выглядит вот так. А не площадь времени. Как у некоторых. Да. Да? Угу. Ну, это по-нашему... Я пошел, но я так наелся. Что... Ну, это по-нашему, это Майдан еды, дорогие друзья. Так у нас Майдан еды... Он зовет, подойди. Майдан еды продолжался 2 месяца, а здесь это на постоянной основе. У них даже миксеры. Ну такие красивые. Прям катался бы на нем и катался. Это вы еще не видели. У них мусороуборочные машины, дорогие друзья. Это я вам покажу в другом ролике. Мусороуборочные машины, от которых пахнет духами Шанель номер 5. Да. Если бы я вам не подсказал, дорогие друзья, вы сами вряд ли бы догадались.
Ивана Батута, да. Это Ивана Батута? Какая Батута? Ну, Ибн Батута на ремонте пишет. А, это то, что еще туда было, да? Я ж не уволился. Я скоро все вернулся. Я в этот раз, первый раз на метро сейчас буду ехать. Псец, блин. Туда не вылазили. الحصة القادمة هي سماك العقارية يمكنكم من خلالها الانتقال إلى كرام دبي. The next station is Dubai Properties. This is interchange station to Dubai Tram. The next station is Dubai Properties. This is interchange station to Dubai Tram. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படிதான் இருந்தாங்க.